А польский священник Марик Паразала сегодня пытался справиться с другим бедствием – социальным. Спрятав рясу под кожаной курткой, он снова выехал на трассу в поисках девушек легкого поведения. Святой отец жаждет от них как можно более откровенных разговоров, читая проповеди и слушая исповеди. Несмотря на то, что результаты такой деятельности пока весьма скромны, бросать это дело, точнее эту миссию, ксенс не намерен. За духовной помощью на дороге наблюдал Айрат Шевалиев. Эти кадры, конечно, выглядят скандально. Католический священник съезжает с трассы, подруливает к девушке на обочине и предлагает ей подсесть. Сядешь на минутку? Подозрения усиливаются, когда рассматриваешь водителя вблизи. Внешне скорее типичный дальнобойщик, чем святой отец. Но, судя по разговору, пассажирка обнажает перед ним в машине не тело, а душу. Но я точнее к цене. Я уже долго здесь, 5 месяцев. Тоскуешь по детям? Еще как. Сколько их у тебя? Двое? Двое. Польский священник, отец Марек, профессионально занимается проституцией уже год. Каждое утро он покидает приход и садится в свой красный автомобиль с надписью на борту «Грехи.ком». Машина и передвижная церковь, и продовольственная лавка. Вот только часть ее содержимого. Так, не запомнил. Это мой головной убор. Канапки на дорогу. Это бутерброды для девушек. Монахи сделали. Это мое облачение и крест. Если проститутка хочет исповедаться, я это надеваю и исповедую прямо на обочине. Вода экзорцизмована. Это вода для изгнания дьявола. Это соль для той же цели. Все начиналось не как выездная проповедь, а как научное изыскание. Отец Марек задумал книгу о заблудших душах. Надо было собрать материал для книги. Я сел в машину и поехал общаться на ближайшую от церкви трассу. Поначалу было страшно, потом девушки ко мне привыкли. Книгу написал, но бросать их было уже неприлично. Вроде использовал, как все остальные. Сексуальная карта Польши столь же затейлива, как сеть автодорог. Но тут есть свои правила. Девушки не работают на хайвеях, потому что там слишком высокие скорости. Но не стоят и на сельских дорогах, потому что там они могут привлекаться. А вот эта трасса, Познан-Щетин, обещает стать урожайной для отца Марека. И правда, чутье священника не подводит. На выезде из Познани тормозим рядом с девушкой. Она из Болгарии. Заработать на этом клиенте ей не удастся, но душу излить получится. А он вежит, что есть, слышишь, не? Муж знает, что ты в Польше? Знает, но думает, что я работаю официанткой в баре. Святой отец попросил нас не показывать его автомобильные номера. Дальнобойщики к его подрывной деятельности равнодушны. А вот польские сутенеры священника ненавидят. Однажды гнались на двух машинах, еле сбежал. Результат его деятельности пока скромен. Сменить профессию согласились всего лишь 2 его подопечные. Я предлагаю им эти четки, и они всегда выбирают белые. Это значит, в душе они тоскуют по чистоте и невинности. Европейские законы запрещают польским властям вести статистику по проституткам, поэтому сколько их в стране, неизвестно, но понятно, что много. А Евро-2012 превратит Польшу и Украину в центр мировой проституции. Когда нужна не проповедь, а юридическая или социальная помощь, отец Марек отправляет девушек в фонд «Ластрада», борющийся с торговлей людьми. Девушки из Беларуси, Украины – это почти половина всех обращений. Россия представлена в основном приезжими из Калининградской области. Даже перерыв на кофе отец Марек не проводит без дела. Увидел в придорожном кафе дальнобойщиков у игровых автоматов, взял у них интервью для следующей книги. Он рассказал, что играет, что у него зависимость, что проигрывает треть зарплаты, но бросить не может. Человеческих пороков и грехов ему хватит еще на множество книг и на тысячи и тысячи километров пути. Айрат Шевалиев, Алексей Жатохин, НТВ, Польша.